забываю, голуби иногда вешаются. Это бывает. Ой, подожди, мне неудобно, я как-то телефон по-другому возьму. Мне неудобно говорить сейчас, подойди, пожалуйста. Да, я тебя слушаю. Нет, ты продолжай, да. Да, продолжай, очень интересно, да. Продолжай. Поехали. Да, инспектор Петренко. Ты чё? Нарушаем, Жданочка, почему не пристёгнута? До свидания. Документы на машине. До свидания! Я так больше не могу! Это крик души просто! Человек, который придумал маршрутки, почему-то не додумался вставить туда кондиционер! Пока ты едешь с одного конца города в другой, можно превратиться в курицу Гри. Хотя и двух минут нахождения в этом аду будет достаточно. Мужчины, неужели вам так сложно побрить свои подмышки? Я могу вам свою бритву подарить, держите! Берете и делаете вот так! Вспомнила запах этой сочной волосатой подмыхи. Бабушки, почему вам в жару дома не сидится? Можно же дома огурцы закатывать, носочки внукам вязать. Вам сауны захотелось? Так я оплачу. Только, пожалуйста, выйдите из маршрутки. Люди, у которых есть машина, возьмите меня к себе. Фоткай меня, подпишешь, да? Селфи, черная пандора. Шейки, белая гандора. Надо радоваться. Паш, пойдем уже. Ага. Давай, пойдем. Ты уже на Крещатике. Куда мне идти? Так, отлично. Хочу фото. Хочу мороженое. Хочу. Блин, эти волосы мешают. Я похожа на лысого мужика. Ой, нос чешется. А у меня нормальные сиськи. Нет, они маленькие. Или же все-таки нормальные? В носу тоже волосы растут? Зовить или не зовить? Зовить или не зовить? Ау-ау-ау! Я похожа на мопса! Почему я родилась девушкой? Да нет, знаешь, я сегодня решила вообще не краситься. Я же за естественность. Как же все-таки хорошо, что я родилась девушкой. Какое прекрасное утро! Сегодня будет самый продуктивный день в моей жизни. Сначала я схожу в зал, потом приготовлю покушать, сделаю всю работу, приведу себя в порядок. Я Грибабас, гроза грибов! Ха-ха-ха! Я елочка! Я елочка! Я елочка? Что? У губ твоих конфетный вкус. Раз овечка, два овечка, 448 овечка, 5182 овечка. Просто охренеть, какой продуктивный день. Ребята, может, мы уже бахнем наконец-то, нет? О! А за деревом дерево! Короче, ребята, у меня для вас есть охерительная история. В общем, все... Блин, ребят, кто вообще так огурцы режет? Кто так огонь разжигает? Вы вообще хоть раз на природе были или нет, я не понимаю. Ты сама хоть что-нибудь уже сделала? Нет! Алина! А! Что это было? Не страшно. Иди, не страшно. Иди. Вот твоя сладкая вата. Спасибо. Что? О май гад! Слушай, а ты не мог бы мне помочь посортировать файлики? Нет, кнопка натирать. А что ты делаешь сегодня вечером? Натираю кнопку. Thank you.
ничего. Посмотрим, когда у меня будет бриллиантовая кнопка. Так, какой же шампунь выбрать? Этот или этот? Или, может, вот этот под цвет волос? Суперпитание, шампунь против секущихся окончиков. Ага, вот он. Или вот этот взять? Так, возьму все. Этот, еще этот и этот. Отличненько. О, еще вот этот по акции захвачу. Так, написано шампунь, значит подойдет. Алин, я пошла на работу. Я тебя попрошу достать курицу из морозилки, чтобы она разморозилась. Хорошо, мам, достану я твою курицу. Сейчас достань, забудешь. Да потом достану, не забуду, не. Ну хорошо, я пошла, целую. Так, что тут у нас интересненького? 2 hours later. Алин, я дома, ты курицу разморозила? Пошли танцевать, ты чего? Да нет, я не пойду танцевать, нет, нет. Пошли танцевать, говорю. Я не хочу танцевать, правда, нет. Боже, мам, что опять случилось? Ничего, все хорошо. Просто я не знаю, за что мне не дочь, а наказание. Вот смотри, Людка с третьего подъезда и убирает, и стирает, и ребенка уже родила. Но ей 16. Ну и что, что ей 16 лет? Но она хозяйственная. Не то, что ты ничего по дому не делаешь. 1 hour later. Или вот Сережка тетя Надя все время маме помогает. На базар ходит, на работу устроился, все делает. Он наркоман. Ну и что, что он наркоман? А ты бездарь. 72 hours later. Боже мой, у всех дети как дети, а меня наградил Бог дебилом. За что мне такое наказание? Ты втираешь мне какую-то... Дичь. Надо сегодня себе стрелки нарисовать. Да, отличная идея. Так, какую подводку выбрать, коричневую или черную? Аккуратно выводим стрелочку. Что, какого фига они получились разными? Блин, еще и мицеллярная вода заканчивается. Раньше было. Мне кажется, или эта стрелка толще другой. Надо поправить. Еще толще. Боже, нет, что-то не так. Ладно, не вопрос, сделаем и другую стрелку потолще. О, точно, закрашу-ка я все веко черным. Сегодня я буду Тейлор Момсон. Ачап! Ой-ё! И вообще, кто придумал рисовать эти стрелки? Дебилизм какой-то, так пойду. Так, сейчас только 9 часов вечера, наконец-то я высплюсь. Вставай, летающий вареник. Ты кто? Я твой мозг. Moments later. Интересно, а почему Земля круглая? У сороконожки 20 писек. Ну а что будет, если спарить голубя со слоном? Moments later. Сообщение? Так, нет, я сильная. Блин, еще одно. Ну ладно, я быстренько отвечу и пойду спать. Так, Инстаграм. Лайкаем, 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 лайкаем. Так, давненько я не заходила в Фейсбук. Я свинка Пеппа. Это мой младший брат Джо. Но плечи и коленки. Нужно взять все самое нужное. Don't be scared. Да что ж такое? Не люблю складывать чемоданы. Какой же я все-таки молодец, взяла все самое необходимое. Так, зубную щетку положил, дезодорант положил, трусы положил, носки положил. Ну, вроде все.